вот у нас площадь трех вокзалов. Комсомольская площадь. Комсомольская. Блин, надо было очки одеть. Ты очки? А, ты мне отдал очки-то. А? Отдал. Покурим два раза в конце, как обычно. А? Не надо, Лёх. А то и меня сейчас гумарит. Ну выкинешь. Два раза кумешивай. Я хочу целую скурить. Нет. А, ну давай. Сколько выкуришь, только выкуришь? Насчет выпивки и курения. В нерабочее время нормально относится. Нормально. Он сейчас в туалет сходишь, скажи, и да. Все, да. Свободно, пожалуйста. Ну охрана-то понятна, у них тут. Тебе, там, да, целый рулон, ты че. Это охрана, может, разрешают, а мне сейчас скажут. Нормально. Че не охрана, там другой человек выходил. Вон он сидит на этом окресле сзади. То, в принципе, что... да, на тысячу жатву взяли. Нет, ну нет, ну то, что ты здесь купил, ты имеешь право. Да. Ну, что ты, я не знаю. Оно где-то находится у директора в кабинете, что ли, не знаю, помещение, или еще где-нибудь. Пожалуйста, давай, иди. Скажу, по 40 тысяч мне бля. Так камера говорит. Ты же вырежу. Ну что, осталось 40 минут. А, 35 минут. Потом пойдем на Казанский вокзал. И сядем на поезд. В 13:10 у нас поезд уезжает. Вот. Ехать будем долго. И, наверное, где-то в город Сергач прибудем в 21:30, как на билете на... написано, да. Там время или 6, или 8 часов, не помню. А потом, не знаю, вот летом, наверное, планирую ехать в Пирогово. Это Подмосковье, наверное, не знаю, где это находится. Там будет, наверное, может быть, пивной фестиваль. Фиг его знает. Тоже сюда приехать. А потом в Питер. Чем-то еще я придумаю. Ну, в голове все крутится, вертится. Сейчас в Москве находимся. Такой вот универмаг. Здесь. И такая вот у нас кафешка. Такая вот столовая называется. О! Название знакомое. Чего? Я знаю. Я знаю. Вот здесь мы сидим. Такой вот столик у нас здесь. Лёха пошел в туалет, по ходу дела. Короче, пилим на Казанский вокзал. Быстро-быстро. Время без 10 час. 13:10 у нас поезд. Лёха хочет жрать чебуреков. Очень-очень сильно. А? Ага. А, вот здесь вот, да? А, блин, а я думал, сейчас пились. Чебуреки. 50 рублей. Че, два? Два, брат? Давай возьмем его. Давай, я сможем. Два чебурека. Можно не греть. Два чебурека. Давай вот. Корзинка. Ой, корзинка. Сосиски в тесте. Вот эти два чебурека мы сейчас берем. По 50 рублей. Все.
Ты думаешь, я чай буду? Я чай не буду, честно говорю тебе. Лишние деньги не брать. Тоже он пицца, пожалуйста, видишь. А не пицца-то... А, не пицца, а... Чебурек подогреть, что ли? Зачем? В смысле, они все равно остынут. Пусть. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а к поездам куда? Поездам. Блин, вот здесь, знаешь, что прикольно, Лёх? Вот снимаешь, блин, вообще никто не обращает внимания, вообще никакого. Да, абсолютно, блин, вообще, блин, я не знаю. И если каждому вот так вот задавать вопрос, да, это вообще, блин, я не знаю. Типа, че-то, Чип и Дейл на экскурсии спешат. Ой, блин. Так, сейчас надо это искать. Дальневосточный, что ли? Дальневосточный, да. А, на номер поезда. 57-й. Вот платформа, видишь, написано. На 13:10. Это вот, наверное, пригородные. Лёх, это пригородные, видишь? Это тоже пригородные, а вон там, наверное, дальние идут. Какой поезд-то? Тоже пригородные. 70. Поезд номер какой сегодня? 57. Ну вот мы здесь и вышли, ёлки-палки. А он с конца, да, походу. Или сначала.
14-й, дальше 13-й. Ну, давайте сейчас проводницу покажем. Она скажет, действительно этот билет и нет. Вот так вот, да. Сейчас постоим. Не обязательно сейчас туда заходить будем. Немножко задержимся здесь на две штуки. Опа, какой рыб. Он под крышу встань. Сидим в поезде. Ездим домой. Лёха сидит, разгадывает кроссворд. Пока девушка ушла. Кстати, да, есть такой вариант. Какие у тебя возникают затруднительные вопросы по этому кроссворду? Нет, у меня вообще пока. Нет, все стирает и все не угадывается, да? Нет, вот не фигвам, а фигвам, а я фигвам написал, как Простоквашино. Соловей, кот, лето, вот лето, музыка, такой у нас пивасик. Называется «Мохнатый шлейф». Вкусное пиво. Знаете? Вкусное пиво. Ну да. Оно и стоит, соответственно, 70 рублей. Пол литра. Вот это 80. Вот это 80. У тебя не фильтрованный? Или какой? У меня обычный светлый, у тебя не фильтрованный. У тебя 4-5 оборотов, а здесь 5 оборотов. Тук-тук.